Шуня. Как же ты быстро меня нашел. А, теперь тебе водить. Ага. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Ой, как я люблю орешки в шоколаде. Ой, спасибо тетушке Белке за такой новогодний подарочек. Ой, не успел. Здорово. А пойду-ка я Зубка позову. А может, всех угостить, а? Нет, тут и так мало. Лучше я сам съем. Зубок, ну где ты там? А, вот он ты. Ой, Зубок, пойдем скорее в прятки играть. Я не хочу. Ты что мямлишь-то там, а? Чего? Я говорю, не хочу играть в прятки. Ты что? Это ж твоя любимая игра. Ну, была любимая, а сейчас нет. И вообще, Коксик, не мешай, я стихи сочинять сейчас буду. Стихи? Ой, а давай я тебе помогу. Не надо, Коксик, ты иди к Шуне, а то она уже скучает, иди. Ну, ладно, как хочешь. Угу. Ой... Я так люблю прятки. Ну, орешки в шоколаде я все-таки больше люблю. Ой, упали. Надо скорее собрать, пока никто не пришел. Зубок! Зубок, ты где? Зубок! Ой, а что ты там делаешь-то, а? Да тут такое дело, Еноныч. Так. У меня в коробочке жила божья коровка. И вот сегодня она уползла, а я ее теперь тут и ищу. Ну что ж, понятно. А я хотел тебя попросить помочь мне на кухне. Ты же так любишь раскладывать в пироги начинку. Да, люблю. Но сегодня не могу. У меня же тут этот жук-пожарник. А божья коровка? А? Ой, то есть божья коровка, да. Оговорился. Так, ну, все ясно. Что ж, пойду тесто месить. Иди, иди, Енотыч. Ой, так, надо срочно спрятать. А съем потом. Ай. Так, куда же их деть-то, а? О, вон ту вазочку. Так, сейчас. Сейчас еще немножко я до нее доберусь. До вазы этой. Так, ой, вот сейчас... Еще. Ой. Зубок! А? Зубок, ты где? Да здесь я. Ой, а зачем ты так высоко залез? Так это я пыль решил протереть, ага. Ты пыль? А Коксик сказал, что ты стихи сочиняешь. Я вот послушать пришла. Так я же уже сочинила. Прочитаю тебе потом, сейчас не могу. Вот уборку закончу тогда, пожалуйста. Да? Ой. Ну хорошо. Ой, Зубочек, раз уж ты так высоко забрался, дай мне, пожалуйста, эту вазочку. Вазочку? Вот, да. Вот эту? Угу. Ну, сейчас. Зубочек, ты не ушибся? Ой. Что же я наделала? Зубочек, только ты никуда не уходи, я сейчас. Да уж, теперь не уйду. Что ж за день такой несчастливый? И все из-за этих... конфет. Зубок, да где же ты, Зубок? Ой, Зубочек! Да вот же он там лежит! Ой, Зубок, ты что, плачешь? Нет. Тебе, наверное, больно? Ты себе ничего не сломал? Нет. А почему всхлипываешь, Зубок? Я не могу это есть. Что не можешь есть? Ой, да вот эти вот... противные конфеты, вот. Да ведь это твои любимые орешки в шоколаде. А, и мои, кстати, тоже. В том-то и дело. Меня ими тетя Белка угостила. А съесть я их не могу, противно. Знаешь почему, Зубок? Почему? А потому что полакомиться ими ты решил один, без друзей. Енотыч, как ты догадался? Как же так? Эх ты! Да я ни о чем думать-то и не мог, кроме этих конфет. Мне так хотелось их съесть, что я даже в прятки играть не пошел. Пироги печь не стал. И про стихи придумал, и про божью коровку, и про уборку. Ну, чтобы вы скорее ушли, а я смог орешки съесть один.
Ну, простите меня! Не, ну что ж, вижу, Зубок, ты понял свою ошибку и достаточно за нее наказан. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы конфеты опять стали вкусными? Догадываюсь. Друзья, а давайте вместе попьем чаю с этими орешками в шоколаде, а? А давайте! Ну вот и славненько. Как раз уже темнеет на улице. Сейчас попрощаемся с ребятами и пойдем чайничек поставим. И хорошо. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам хорошего, друзья. Время чудес пролетело. Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Каждый вечер в этих чудесных краях скажем друг другу.